всяком случае, уже давно не было холодных зим. Грета Тунберг права. Сегодня воскресенье. Хорошая дорога, мало машин. По правой стороне город. Едем дальше. Очень люблю вот эти вот чепловни почему-то. Они так всегда выглядят мощно. Мы едем, едем, едем. Костя курит электронную сигарету. Даже какие-то лесные массивы, так интересно, зеленые. Нет, нет, понятно, конечно, елки не сбрасывают свои иголки. Опять пошло. Лиственные голые стоят, все черное. Дорога какая-то вся в заплатках. Почему? Потому что не разрешают на машинах туда заезжать и бычки раскидывать. Правда же, Костя? Дурацкие серые дома.
поставлены. Бизнес-центр. Вот уже вот это здание уже построили. И там еще что-то строится. Облагораживается место. Был какой-то пустырь. Вообще-то здесь и дальше тоже такое захламленное место. Но я думаю, тоже что-нибудь придумают архитекторы. Ну, какое небо. Красивое. Ну и все. Мы приехали домой. Ой, сердце, все. Костел Петра и Павла впереди. Уже автостанция практически уже сделана, чуть-чуть осталось. Вот еще вот это вот тут бардачное место, какие-то